Дружище, я матерюсь, так что 18+. Всем привет, с вами Дэрил Винзер, и сегодня мы продолжаем игру Субнавтика. Я все приготовил. Так, это случайно вышло. Двойное нажать, нифига себе. Я все приготовил, я все улучшил. И приготовил некоторые материалы к переезду. Для начала, что хочу сказать. Да, все нормально. Просто тихо кажется, как будто. А, ну да, кое-что забыл. Пару секунд. Все нормально. Значит так, я собрал все необходимые мне модули доступные. У меня только нету кианита и полианилина. Все остальное собрал. Кое-что, правда, осталось. Ну да ладно. Я понял, почему я не мог сделать руку захват. Потому что у меня не было... А, я ее мог сделать? У меня бензол уже был. А что я тупил тогда? Странно. Значит, что-то другое не мог сделать. Значит, так. Мотылек. Улучшил модуль погружение, и теперь он дает 900 метров в глубину, можно на нем плавать теперь. Кстати, самое интересное, багажник у меня вон там. Вот эти отсеки не зря поставлены так, их можно вот менять. А, пустым должен быть. Что-то есть. Две торпедки. Ну, короче, его можно... Вот, допустим, он у нас здесь стоит, наверху, вот здесь. Можно вот тут прям нарисовано, где что можно устанавливать. Если я поставлю его вот сюда вниз, он появится вот здесь у меня. Как в тот раз. Аналогично, что с той стороны. Тут также и тут также. Торпеды, вот самое интересное. Вверх и низ. Низ выглядит вот так вот. Блин, эта штука мешает. Вот. То есть она прям из этого вылезает. Багажника, что ли, что это? Не багажника этот. Бампера переднего. А если ее поставить наверху, то она будет сверху этого бампера, как у машин же есть такие открывающиеся фары вверх. Вот типа того. Торпеды, естественно, мы заправляем торпедами. Я сделал вихревые и газовые. Газовые... Вот тогда же были и газобрюх. Я у них вот эти газовые шарики собирал, пока они не лопались. И вихревая торпеда создает... Ну, газовый понятно, что делает. Токсичный газ выпускает, а вот вихревая, она создает искажение гравитации в определенном участке. Так, дальше. Ну, думаю, вы все помните гидролокатор. Так он выглядит на мотыльке. Теперь торпеды. Ну, я не хочу пробовать, если честно. Одну можно, короче. Ладно, давайте попробуем. У меня же слева она стоит. Давайте попробуем вот этого подбить. Блин, улетит сейчас. Мимо. Ух ты, ни хрена себе. А меня засосет? Нет, смотри-ка. Пофиг, мороз. А если я опущу вторую? Короче, понятно, он сначала стреляет верхними. Короче, минус в том, что торпеды, хоть как не складывай, перемешивай, они все равно будут одного, одинаково ложиться. Поэтому надо ложить в первую очередь те, которыми будешь пользоваться. Все, газовую, ну, не будем проверять. Там и так понятно, что газ будет. Я, кстати, пробовал увеличить багажник
краба. Бронекостюмы. Вот у меня запас здесь, руки лежат. Вот здесь. Да. Если вдруг мне пригодятся они, я могу в любой момент вытащить и одеть на краб. Так, источник питания. Воздуха говорит нет. Короче. А, не то смотрю. Да, не то. Вот отсюда надо. Я поставил на него модуль получше. 900 метров, 1300 в глубину может погружаться теперь. Рука захват есть. Торпедная рука, пропульсионная рука и рука бур. Усилил корпус. Хранилище поставил. Так, ракетный ранец. Улучшение реактивного ранца. Да, он быстрее стал подниматься и качественнее. В чем прикол модуля хранилища? Он должен был мне добавить где-то 20 ячеек. Но он добавил всего лишь 6 вниз. И все. У меня было вот так, мне добавил 6. Мы даже проверить сейчас можем. Снимаю. Правильно? Вот, 6, 4. Ничего не поменялось. Только на один ряд меньше стало. Вот это обидно, если честно. Так, давай-ка обратно. Дальше. Отсеки вот эти у меня. Думаю, вы догадались, что это. Это акватерий. Ой, блин, как глючит, а. Акватерий. У меня здесь проблема была, я не мог здесь аквариум убрать, чтобы они в один длинный не соединялись. Проблема была решена перезапуском игры. Каждый акватерий... Ну почти. Каждый акватерий можно зайти внутрь. Я вот здесь внизу что-то забыл поставить. Вот здесь есть. Почти, тоже. Тоже достраивать надо будет. Тут у меня вырос... Из синего яйца вот этот медуза-скат, или как его? Не знаю, как назвать. Глагает что-то сильно. Не знаю, из-за чего. Тут везде у меня... По два аквариума. То есть, итого 6. Яйца я еще не собрал. Я хочу собрать разные яйца. Нескольких видов. И поэтому я буду переездами кое-что делать, одну махинацию. Эта махинация заключается в том, что я буду... Я буду с собой базу сканирования таскать. Кстати, самое интересное, водоочистительные станции, соль, вот набирается у них две, они больше сюда не набирают, только вода набирается. Чё-чё? Соль 100%. Ну вот и все, доказательство. Я тут все отсортировал в своей базе. Вот яйца. Пока что, ну вот это и вот это мы уже проверяли. Но я еще раз все проверю и запишу. Здесь ничего? Ничего. Вот в разных биомах буду ходить, буду сканер врубать. Поиск яиц. И будем мы, как говорится, что делать? Правильно. Подбирать. Марико уже ждет меня. По факту здесь у меня тоже кое-что изменилось. Я все зарядил. Энергия чуть-чуть меньше. Ну ладно.
Система пожаротушения поставил. Теперь не придется бегать и можно быстрой скорости гонять. Так, камера приманок была. Ремонтный модуль поставил, чтобы чинил пристыкованные эти транспорта. Гидролокатор добавил. Он работает, кстати, постоянно. Поэтому зарядку тратит. Его можно включать и отключать. Кстати, это будет удобно в темноте. Экономить свет. Модуль глубины погружения. Так. 1300 стало. У меня на первом уровне было 800 вроде. Максимальная глубина. Сейчас 1300. И в принципе все. Вообще я бы хотел вместо модуля эффективности двигателя циклопа поставить модуль теплового реактора. То есть когда вы находитесь возле вулканических мест, где источник тепловая энергия исходит, он будет заряжать полностью все, что есть на циклопе. То есть и пристыкованный транспорт, и крафт каких-нибудь предметов, и сами батареи циклопа. Щит не захотел ставить. Решил попробовать приманки. Вдруг они будут лучше работать. Да и не смогу я сделать щит. Здесь нужен полианилин, которого я еще пока не могу создавать. Который. Приманка выглядит вот так. Я сделал торпеды, но они сюда не полезли, а оказывается только приманки. Кстати, убираем. Ставим. Вот, текущая эффективность двигателя. 100%, 300%. Я не знаю, как это влияет. Повышение эффективности двигателя. Может, на скорость влияет? Так, я готов. У меня тут много всего набралось. Но аптечку при себе оставлю. Еда. Ну, еды мало. Сейчас, короче, запись приостановлю. Пока побегаю еду, пособираю. Кстати, стазис винтовка. Я ее возьму с собой. Вот это выкидываем. Вот это... А, да, все, одеваем. Значит, у нас есть все. Термоклинок для атаки, сканер, строитель. Вместо строителя лучше ремонтник взять, наверное. Давай-ка сюда обратно. Глайдер морской для скорости и стазис винтовка, чтобы создавать область, в которой противник не сможет выбраться из нее, короче. Огнетушители есть. Скрижали взял. Ионные кубы. Батареи, кстати, энергичек мало, но ладно. Пригодится. И обычные батарейки. Сканер запасной, не знаю, зачем взял. Они очень долго разряжаются, если сканировать нечего. Вот торпеды и приманки запасные. Я буду с моментами видео срезать. Типа, когда я буду добывать что-то, то, что вы уже по 100 раз видели. Это все на строительство новой базы уделено, если я ничего не перепутаю. И время поездки до О, активируй систему пожаротушения. Что происходит? Что там? Я туда хочу посмотреть. Она так долго работает? А ездить можно в этот момент? Можно. Вот, кстати, приманки. Гидролокатор работает так. Я могу просто ехать и ничего не делать. Так, 96. Подожди. Блях, он 1% отнимает на это. Ладно. Пойду рыбу добуду. Значит, срезаю видео. Увидимся уже на месте. На месте, в смысле, в кислотном биоме. В развилке. Где ведет к древу левиафанов. Зачем я объясняю? Вы сейчас сами увидите. Что ж... Вот мы и добрались. Пора. Вот
Что с ним происходит? Почему он так прыгает? Engine powering up. Engine powering down. Так, мне понадобится вот это. Титана много. И свинец еще. Вот так вот сделаю и хватит. Так, буквой Т, я помню, собирался строить. Четыре платформы. Сейчас посмотрим. Есть контакт. Дальше пошли. Хотя по факту можно вот здесь сделать. Где будет вход? Первый вопрос напрашивается. Можно вот отсюда сделать вход. Можно оттуда. Ладно, пускай будет отсюда. Венец не хватает. Так, сразу. Многоцелевая комната. Вообще ее сюда планировал поставить. Ну, в принципе, бог с ним. Она, правда, не вся стоит. Ладно, тогда сделаю четверкой. Будет ли это красиво? Зарядку только трачу. Ну ладно. Не зря же батарейки с собой взял. В планах, кстати, все красиво было. Вот здесь тогда построю как можно ниже. Еще ниже не получится, верно ведь? Я как уебу. Вот и все. 5 ударов, и ты труп. 30 секунд. Тут глубина не маленькая, поэтому быстро кислород кончается. Давление это действует. Welcome aboard, Captain. All systems online. Так, ладно. Тогда возьму сразу большинство, загружу краб. Буду в нем воздух набирать себе. Ой, что делать-то? Еще есть парочка мест. Все, этого пока хватит. Ну, аптечку можно использовать. Погнали.
А там температура есть такая? Да, 40, даже больше становится. И это будет вот здесь у меня находиться, наверное. Хотя я бы, наверное, все-таки сменил точку. Где он там говорит, температура хорошая? Сейчас вы скоро узнаете, зачем я интересуюсь этими данными. 45, 46, 47, 48, 50, 59, 60, 63, 65, 70. Вот эта высота, короче. 75. Да, вот где-то вон там наверху. А это что, кстати? Медь, что ли? Ладно. Значит, где-то вот здесь жарище будет. Мне надо построить так, чтобы уровень был нормальный. Чё, свинца не хватает? Значит, его сейчас вытащу побольше. 6 штук хватит, наверное. Так, одна есть платформа. Вторая. Ага, жжет, жжет, жжет. Я сюда смогу построить? Меня, наверное, будет прожигать. Или не будет? Сейчас проверим. Ага, прожигает. Опять свинец. Эти платформы много жрут его. Вообще просто кошмар. Готово, высотная платформа. Дальше. Оставлю где-то... Давай вот так. Мне же ничего не будет в комнате, я так думаю. Вот. Не знаю, планировал я его так делать или не планировал. Во, вот так лучше. Кварц надо. Давай-ка мы тебя поднимем. Чтобы мне не пришлось далеко ходить. И встану специально задом. Отвали нахрен. 4 удара. 5% сняла за раз такая. Титан мало стало. Но он, в принципе, там, внутри. Электроэнергии нет. Воздуха тоже. Emergency power only. Oxygen production offline. Ставим, значит. Что я хотел-то? Вот это? Водоочистная станция. Да. Бедный провод и аэрогель. Также я планировал поставить вот такую штуку. Теплостанция называется. Титан нужен. Сколько теплостанций, интересно, восстанавливает? Тут все. Вот это я доберу лучше. И еще 3 отсюда. Там вода заканчивается. Когда он плавает, он быстро много пить хочет. Интересно, почему? Я думал, наоборот, голодать будет быстрее. Но он больше пить хочет. 56% говорит. Power
restored. All primary systems online. 66 градусов. А если я ее пущу вот сюда? Подожди. Батарейку не жалко. Лучше поэкспериментировать. Мест не хватит. Так, если я поставлю вот сюда тебя. Тут должно быть больше. 75. Во, вообще супер. Но будет ли работать база? В принципе, должна. Наверное. Ну-ка. Да, есть. 250. Долго набирает, но набирает. Так, что там еще есть? Надо все это собирать потихоньку. Так. Комната сканирования нужна. Вот. Выглядит здорово, по факту. Но лучше, наверное, по-другому поставить. По-другому никак. Ладно, так, так, так. Золото, две медные руды надо. Пластинчатый коралл. Есть у меня, наверное, золото? Нет, золото. Вот золото. Расстояние можно достраивать. Прочность базы. Пока 12, нормально. Но лучше не меньше 5. Иначе ломаться будет. Литий как раз для таких дел и взял. Я ядерный реактор еще хотел построить. Стоит ли? Да, я на него собирал все. Только не ставится почему-то. Места нет. Инвентарь полон. Что тут можно добыть? Горячая зона. Алмазы, настураны. О, три страницы даже. Никель. Сланец, рубин. Титан даже есть. Прочность тогда повышу. Место как раз освобожу. Не идет. Так тоже не идет. Тоже не идет. Интересно, почему? Интересно. Нельзя, говорит. Место надо освободить. Пока скину титан. Это вот так. Реактор, ставься, пожалуйста. Молодец. Три свинца. Не хватит. Где-то свинец был. Один. Забыл поставить. А вот так ставится, прикинь. Какой-то бред. Отвечаю. Так, крафтовая станция. Чтобы далеко не ходить. Сразу возле входа. Сразу возле входа. На аптечке я делал, интересно, нет? По-любому на батарейке делал. Да. Это не обсуждается, это 100%. Место освободилось, можно взять остальные предметы. Чего-то мне не хватает, наверное. Надеюсь, что... Как свинца не хватает? Не может быть.
Одного свинца не хватает. Я просчитался. Блин. Ладно, что я еще хотел построить? Шкафы. Парочку. Может, один даже. Аптечку я, наверное, не собирался строить. Вот этого шкета хотел построить, помню. На полку его поставить. И поставится. Так, шкета, говоришь? Не хочет он прочность повышать вообще. Наружу тоже, да? Нет, ни за что, говорит. Но 75% постоянного тепла — это отлично. Есть у меня мысль одна. Для начала сгоняем обратно. 16 минут уже занимаемся этой дичью. Welcome aboard, Captain. All systems online. Так, стоп. Свинца не хватает одного. Вот как раз это и сделаю. Воды надо? Ну и поесть потом. Сейчас поищем свинец. Так. Блин, я уже здесь все застроил. Все стоит. Свинец. Сюда скидаем титан часть. Какие компоненты? Ты о чем? Нет же ничего. Нет, нифига не дает. Зараз такая. Вот отсек удлиней. У меня есть мысль. Ладно, сначала свинец посмотрим. Всё, дальность увеличил. Фига себе тут. Еще понять, где я. Ну, вроде бы все видно. Более-менее. Ух ты, дальше открылось даже. Смотри, чё, а. Я нахожусь здесь. Дерево. Ладно. Свинец. Нашел. Пошли быстрее добывать. Welcome aboard, Captain. Вот он. Ой, это жило прямо. Сейчас, подожди. Надо взять бур. Я не оттуда залез. Ё-моё. Ждём. Thank you.
Зачем я так много добываю? На запас, наверное. Все, что ли? Да. Так, мне один нужен был только. Не активен. Сейчас будет активен. 2750. Видали, да? Какая емкость охренительная. Во! Больше ничего не надо перестраивать. Все как надо. Сейчас. Я вроде 30 собирался. Но куда у меня еще нужен свинец? Не понимаю. Я что-то еще хотел. Это вода, если что. Блин, постоянно она меня пугает, а? Ну это точно ничего не надо. Так, дальше. Ничего не надо. Вот, за... я его снес. Так. Ну аптечки точно не надо. Значит, вот этот шкафчик. А может я вот это хотел построить? Но прочность она не отнимает. Блин, зараза, зря шкафы построил. Ладно. Мысль не пусто. А, когда я успел-то? Хранилище не пусто. Так. Так, шкафы. Нет питания. Батарейки я, естественно, оставил там. Че, это соль так выглядит? Нифига себе! А я не видел до этого. Она прям комком сформированная. Офигеть. Так, я вроде 3 раза хотел укрепить стенку. 3%. Возьму запасную батарейку. А то долго. Титан на что-то дофига набрал. Возможно, я еще что-то планировал построить. Кстати, перед тем, как я это все собирал, я умудрился потерять мотылек. Причем полностью без всего. У меня пастбище... Короче, я на пастбище находился, где был Левиафан. Не призрачный, а обычный. Так он нашел мой мотылек, пока я собирал рубины. И разнес его к чертям собачьим. Так, все что ли? Батарейку я хотел взять. Ну тут все. Мне больше делать нечего. Значит так. Открывать инопланетные источники будем в следующей серии, потому что уже минут 35 снимаем. Ну, примерно. Не хочу тянуть. Сегодня мы просто... Сегодня я просто показал вам новый лагерь, где он находится. Обустраиваем его, так сказать. И от этого лагеря мы будем искать ресурсы редкие для себя. Так, литий остался. 3 штуки. Откуда-то не возьмись. Я без понятия, куда их. Но я могу еще кофемашину поставить. Потому что я тоже ее планировал. Мусорку поставить. Тоже удобная штука. Когда избавиться надо от мусора. И ядерные отходы тоже поставить можно. Вот сюда.
Итого осталось много еще. Я без понятия, на что я хотел потратить. Планы были большие, но, видимо, я все уже сделал. Еще остался кварц? Нет. Стекло было. На что я мог использовать стекло? Неужели на окошко? Не знаю. Непонятно. Здесь тоже нельзя? Нет. Вот это точно надо было поставить. По крайней мере, пока хватит. Давайте оставим ресурсы здесь. Да, в принципе, все построено. Кровать я, наверное, хотел еще поставить. По-любому. Сетчатого волокна нет. Если его тут тоже нет, значит, не хотел. Нет, не хотел. Ладно. Я готов. Все, скину не нужно. И поплывем дальше. Я записывать не буду, куда я буду плыть. Просто уже покажу то место, где мы будем. Ну, в принципе, тут недалеко, первая точка. Сколько минут? 47. Ой, 37. Ладно, давайте в одну инопланетную базу отведу вас. А на следующую, в следующий раз. Как же ты быстро так улетаешь? Вообще можно было вот так сделать. Кстати, приятный плюс, когда крюк рука крюк, или как он называется-то? Крюк захват. Ну, в общем, офигенно то, что ты, допустим, падаешь, я сказал, ты можешь зацепиться и не будешь падать. Нет, одну баклажку ставлю, скрижали берем. Ионные кубы надо, штук 5. Все. Поплыли. Кстати, система пожаротушения работает, видимо, 1/4 часть от перезарядки. То есть я могу гонять, пока она работает 25%. 80% уже? А что тратит 80% у меня здесь? Странно. Вроде 84 было. А зарядка потратилась на что-то. Врезаться в обычной стенке ничего не будет. Потому что я не прям скоблюсь. О, пропало, смотри. Хоба, и появилось. Чудеса, правда? Excessive noise. Перегрев будет, можно будет отключить. Все, приплыли. Powering down. 79, все, я запомнил. Проверяем, что у нас здесь такое. Вот это место. Здесь надо было скрижаль предъявить. Надеюсь, на меня никто не нападет. На всякий случай пушку возьму. Надо было скриншот сделать. Я ступил. Сделал скриншот вот здесь. Хоба. Раз. Два. Здесь ничего нет. Здесь, скорее всего, данные. Да ведь? Данные по исследованию образца. Там я вроде все изучил. У меня скрижаль забрали вообще. Какая была? Фиолетовая. Ну, пурпурная. Давайте прочитаю и заканчиваем выпуск. Только я хочу прочитать в безопасном месте.
Кстати, в эту сторону я не все изучил. У нас из трех частей изучены только две. Одна, точнее. Давайте читаем. Так, кстати. У меня тут кое-что я находил, помню. Несущий фермент пескун. Вот, вот такие попадались мне. Встречный образец пескуна излучает слабый люминесцентный след и проявляет необычные поведенческие закономерности. Так. Полость желудка пескуна содержит неизвестный фермент инородного происхождения. Особь является носителем бактериальной инфекции, но инфекция в настоящее время неактивна. По наблюдениям, пескун активно приближается к другим существам, в том числе и к хищникам. Пытается их заразить, наверное. Так, ладно. Данные по инопланетянам. Данные по исследованию образца. Каталог информации об организмах, ранее находившихся в этом комплексе. Часть записи была повреждена. Небольшая травоядная гамма. Эта запись, по-видимому, описывает обычного пескуна. Не проявляет иммунитета к инфекции. Смерть обычно наступает в течение 4 суток. При воздействии фермента 42 наблюдается временное ослабление симптомов, но они быстро возобновляются. Проявляет высокие способности к обучению. Проявляет некоторую способность передавать ферменты другим особям. Эмбрион левиафана. Взрослая особь слишком велика для изучения в изоляции. Из места гнездования получены образцы яиц. Эмбрионы не проявляют признаков иммунитета. Смерть обычно наступает в течение 3 недель. Небольшое количество яиц было сохранено для будущих высокоприоритетных исследований механизмов эмбрионного развития левиафана. Большое плотоядное тето. Для изучения останков создана местная лаборатория, проявляет некоторый потенциал невосприимчивости к инфекции, но физические останки оказались недостаточными для полного воссоздания. Неизвестный левиафан. Особи левиафана было присвоено значение морской император. Обозначение. Образцы костей императора указывают на определенный потенциал иммунитета Кхаара. Одна особь была поймана для изучения в специально построенном изоляционном комплексе, находящемся вместе с высокой вулканической активностью на глубине 1,5 километра. Несмотря на то, что император выглядит все еще... император вряд ли все еще находится в этом комплексе, вполне вероятно, что нам удастся получить дополнительные данные касательно их наработок в производстве вакцины. В общем, пока неизвестно, как сделать противоядие. Заканчиваем на этом. В следующий раз откроем закрытую местность, где нужно 5 ионных кубов инопланетных. Благодарю всех, кто посмотрел видео. Желаю всем хорошего дня, хорошего вечера. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. С вами был Дэрил Виндер. Всем пока.